нет. И что я только что поняла? До лета осталось 3. Ни недели, ни года, ни месяца, а субботы, субботы. И что я понимаю? Как каждый проведет это лето. Ну, просто говоришь правильно. Кто-то будет очень начитанным человеком, а друзья и читать. Кто-то будет спать. Кто-то будет постоянно намазывать свою кожу всякой дребеденью, чтобы лицо блестело. Кто-то будет... Блин, дорогие, что? Плён? Плён, да. Да, вообще, мне деньги не нужны. Кто-то будет играть в доту. Кто-то будет... ТПшка! Ну, а кто-то будет тупо отдыхать на море. Но представьте ситуацию, когда вы не приготовились к гостю. Осенний август, и мальчики будут с мальчиком. Блин. Никак не эту форму не ясно вообще. А, ну, а потом кто-то поиграем. Девочка. Но представьте ситуацию. Да, представьте. Вы сидите ВКонтакте. Вместо того, чтобы играть на улице, вы сидите ВКонтакте. Но... Блин, ну реально, ну что такое? Вообще не хочу ничего. Вообще писала ответ. Вообще писала ответ. Так. Вообще. Вот такая ситуация будет и с вами, если ты и ты просрёшь это. Но ты же не прошёл, да? Да, ты будешь плавать, играть, бегать. Плавать, играть, бегать. Плавать, играть, бегать. Так что удачи и помните, я с вами, и я помогу вам провести